Мы прибыли в осажденный Дерри-Зор в самый разгар ожесточенных ночных атак. Город находится в окружении террористов уже несколько лет. За месяц нашего отсутствия ситуация здесь резко осложнилась. ИГИЛ любой ценой пытается взять здесь реванш за все свои поражения на других участках фронта и уничтожить непокорный гарнизон. Противоснайперские занавески. В городе гуманитарная катастрофа. Нет отопления, дефицит воды и электричества. На когда-то цветущих аллеях спилены практически все деревья, а мирные люди стоят в очередях за хлебом и дровами. Все снабжение боеприпасами, продовольствием и горючим осуществляется по воздуху несколькими вертолетами Ми-8 и десантированием грузов Сил-76. Поскольку бои идут непосредственно у военного аэродрома, военно-транспортные самолеты давно сюда не приземляются. При нас впервые стали десантировать на парашютных системах горючее. Один контейнер приземлился на мину и взорвался. Накануне нашего прилета боевики предприняли мощные атаки на штаб 137-й артиллерийской бригады и расположенный рядом военный аэродром, пытаясь отрезать гарнизон города от поддержки боеприпасами и провиантом, но потерпели неудачу. Ежедневно ВВС Сирии совместно с ВКС России атакуют ИГИЛ с воздуха. Всех пытающихся выйти из осады мирных жителей и плененных во время атак солдат демонстративно казнят. Последние жертвы игиловцы сняли на видео, а после чего выложили несчастными улицу и раздавили грузовиком. С потерями исламисты не считаются, постоянно подтягивая все новые и новые пополнения. Так, несколько дней назад сюда из Раки перебросили еще 500 боевиков – узбеков, туркменов и киргизов. Солдаты и офицеры воюют героически, с решимостью смертников перемалывая атакующие цепи. Девиз защитников города простой – победа или смерть, ведь третьего не дано. За несколько дней мы побывали практически на всех передовых позициях, которые наиболее интенсивно по ночам атакуют боевики. Нередко противник находился от нас через улицу или на расстоянии 50 метров. 10 метров до позиции делаться. Мы вам сейчас показываем. Вот здесь улица Синема Фуад, кинотеатр Фуад. Основные бои, наиболее ожесточенные, шли вот за этим адресе. Собственно говоря, вот этот район почему-то стал для игиловцев очень соблазнительным. Но вы видите, позиции сирийской арабской армии здесь достаточно прочные. Боевиков они отбивают. Боевики, так же, как и в других городах, ведут подземную войну, делают подкопы и пытаются взрывать здания, в которых находятся передовые отряды сирийской арабской армии. Мы в Дерзоре, в одном из подземных ходов, которые солдаты делают для того, чтобы выйти в тыл ИГИЛС. Везде бойцы благодарили российские ВКС, которые активно и весьма успешно наносят бомбо-штурмовые удары по местам сосредоточения террористов.
Мы прочувствовали такую же радость, как и солдаты осажденного города, от блестящих действий ВВС России, став свидетелями работы наших летчиков у реки Евфрат. Есть! Я же взял! С самого начала, смотри. Я попадание сделал. Оценивать действия российской авиации. Русия плейн. Сурин солжес. Бен Насар. Бен Насар. Аллах хайкум. Аллах хайкум. Бен дам. Нафтики Сурия. Бирох. Бен дам. Нафтики Сурия. Бирох. Бен дам. Нафтики Сурия.